20 часов живой музыки, различные мастер-классы и много еды. Пятый юбилейный фестиваль «Бульвар» собрал рекордное количество гостей. В этом году «Бульвар» развернулся на Эспланаде, где накануне в полдень начали работу предприниматели из разных регионов страны. Адыгейские сыры, изделия из кожи, фарфоровая посуда, авторские игрушки и не только. Богатый выбор блюд представили и кулинары. Здесь же десятки площадок для активного отдыха, а также мастер-классы для детей и взрослых. Но главное – это, конечно, музыка. Больше 20 часов артисты со всей страны радовали ульяновцев разнообразным репертуаром. Специальным гостем фестиваля в этом году стала автор нашумевшего хита «Стрелы», который певица исполнила вместе с юными поклонницами. А завершил музыкальный вечер Женя Трофимов и группа «Комната культуры». О том, что межрегиональный опен-эйр полюбился ульяновцам, говорит большое количество гостей, которые с каждым годом только растет.